В вопросе поддержки и развития бизнеса, решения проблем субъектов предпринимательства, обеспечения стабильного развития секторов экономики, а также оказания необходимой помощи действующим предприятиям. Весомую роль играют приемные премьер-министра по рассмотрению обращений предпринимателей. Примеры из Екатеринбургского района столицы в продолжении темы. Фраза «предпринимателю пора браться за работу» сегодня особенно актуальна, поскольку создаваемые в стране возможности инструменты системной поддержки стимулируют рост деловой активности на рынке. В приемную премьер-министра обращаются отечественные бизнесмены, иностранные инвесторы по целому ряду вопросов, каждый из которых детально изучается и находит ответ в форме рекомендаций совета либо запущенного в действие правового механизма поддержки. Важная для бизнесменов информация содержится и в специальной базе данных, компетенция которой охватывает все сферы предпринимательской деятельности. Деловые люди, открывшие собственное дело в Екатеринбургском районе столицы, специализируются в основном в легкой промышленности. В их ряду и индийский бизнесмен Шахид Мохаммед, в планах которого расширить сеть предприятий по выпуску востребованного на внутреннем и внешнем рынке текстиля. Вот уже 3 года, как я работаю в Узбекистане. Ваша страна активно развивается во всех направлениях, включая экономику. Для инвесторов созданы благоприятные условия, действуют различные льготы, преференции. Планирую открыть совместное предприятие в текстильном секторе. Сотрудники приемной премьер-министра оказывают помощь в процессе первичной регистрации и оформления необходимых документов. Специфика поступающих в приемную главы правительства обращений указывает на те сферы, которые более всего волнуют предпринимателей, а следовательно требуют дополнительных усилий в процессе развития. Их можно классифицировать по следующим направлениям. 125 по банковским кредитам, 83 по вопросам землепользования, недвижимости, строительству и архитектуре, 48 по налоговым платежам, 128 по получению разрешений, лицензий и других документов предпринимательской деятельности. Пошивом одежды занимается одно из предприятий, действующее в Екатеринбургском районе столицы. Руководит им молодой бизнесмен. Специалисты приемной премьер-министра по рассмотрению обращений предпринимателей предоставили место для организации швейного дела и практическую помощь в обучении молодежи. На льготной основе выделено также 50 швейных машинок. Члены рабочей группы приемной в регулярном режиме проводят беседы с предпринимателями, знакомятся с проблемами на местах. Например, действовавшее в районе производство чугунных изделий являлось одним из крупнейших предприятий столицы. Во время пандемии компания прекратила работу. Реанимировать ее помогла оказанная своевременная практическая помощь. Всесторонняя поддержка предпринимателей в период пандемии коронавируса посредством приема обращений – залог того, что бизнес в противовес многим странам не только не сойдет с рельсы рентабельности, но и, напротив, продолжит уверенное движение к новым открывающимся возможностям и перспективам.